Всем привет! С вами канал Лакшми Голд. Хочу рассказать вам о городе Варна в Болгарии. Раньше он назывался Одессас. Одним из достопримечательностей Варны является Успенский собор. Он находится на главной площади. Храм знаменит замечательным собранием икон, фресок и витражей. Иконы там имеют очень необычный сюжет, как для Украины. Обязательно туда зайдите, когда будете в Варне. Но, к сожалению, фотографировать и снимать в храме запрещено. Нам очень понравился огромный парк по всему побережью Варны. С него шикарный вид на море, парк очень тенистый, там свежо, хорошо прятаться в знойный летний день. С одной стороны парка расположен дельфинариум, куда мы ходили. Дельфинариум нам не понравился, представление стоит дорого. Женщина что-то долго рассказывала на болгарском, и потом было всего минут 15 прыжков дельфинов. В общем, просто выброшенные деньги. А с другой стороны, от дельфинария, когда идешь по парку, видишь огромный пляж. Пляж просто огромный в Варне. Не знаю, насколько он чистый, мы там не купались, но, по крайней мере, он большой. И со стороны пляжа, нужно смотреть по карте, есть римские термии. Это просто развалины сейчас, на них прикреплены рисунки, как это все выглядело когда-то. Ну, сходите, посмотрите, тоже так впечатления были неплохие. В самом парке на берегу есть небольшой зоопарк, куда можно сходить с детьми. Ну и вообще, город Варна нам понравился. Приятный такой зеленый город, приятные люди. Итак, с вами был канал Лакшми Голд. Спасибо всем за просмотр. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!